Уважаемый народ Республики Казахстан, құрметті қазақ елі, Қасым Жомарт Кемелұлы, депутаттар, атқарушы органдар, исполнительные органы, прокуратура, просим вас разобраться в данной ситуации. Нам в ауле Камазнай Бурабайского района установили вот такой двухметровый стальной забор протяженностью в несколько десятков километров и тем самым ограничив доступ жителей к лесу. Согласно Конституции Республики Казахстан, животный мир, природные ресурсы, все принадлежит народу. Мы считаем, что установив такой забор и ограничив доступ, ограничиваются наши права как жителей. Просим разобраться в данной ситуации, дать разъяснение, с какой целью установлен данный забор, на какие деньги он установлен. Мы в этой местности живем испокон веков, наши предки еще жили. Я ребенком вырос в этом лесу, мы с детьми играли здесь. Сейчас мы, ограничив доступ, мы не можем попасть в лес. Прошу максимальный репост. Дайте огласку, комментарий напишите, пожалуйста, уважаемые жители. Согласны ли вы с установкой вот такого забора и ограничением доступа в лес? Мы считаем, что наши права нарушены и просим разобраться в данной ситуации. Прошу всем максимальный репост. Азаеля, бізді қолдап жіберіңіздер.